мастер-класс. Анна, мы будем пилить бамбук? Нет, пилить уже не будем, потому что я уже все напилила. Хорошо, тогда мы будем делать огромную свирель. Нет, всего лишь столик. Из бамбука? Да. Зачем так сложно? Для красоты. Так, хорошо. Что ты напилила и что нужно для столика? Я заготовила 7 одинаковых фрагментов бамбука. Сейчас мы с вами должны все их вместе скрепить. Дальше мы внутрь поместим бумагу и запеним все это. На деле все гораздо проще, чем на словах. Отрезки бамбука скрепляем длинными саморезами. С шуруповертом это несложно. Бумага нужна, чтобы монтажная пена не проваливалась внутрь полости бамбука. Запениваем. Пена расширяется, и над поверхностью бамбуковых пеньков появляются горки. Так, ну что, пена у нас затвердела. Получились такие опята, немного химические. Да, сейчас нам нужно их спилить, и потом мы их зашпаклюем шпаклевкой по дереву. Срезы, да? Срезы, да. А зачем? Чтобы поверхности были ровными. Понятно. А золотая краска зачем? Золотой краской мы потом всю поверхность бамбука покроем для красоты. Золотой цвет сейчас нужен как акцент в интерьере. Акцент в интерьере. Акцент в интерьере. Очень хорошо. Акцент в интерьере. Как акцент в интерьере. Я не просил тебя повторять, я просто говорю. Правильно, как акцент в интерьере. Все, пилим? Да, пилим. Пена – материал мягкий и пористый, поэтому пилить ее очень легко. Вот только крошек много, будьте аккуратны. Выравниваем спилы с помощью шпатлевки по дереву. После этого покрываем бамбук со всех сторон золотой краской. Основание столика стало похоже на органные трубы. Осталась сущая мелочь – закрепить столешницу на специальные силиконовые прокладки. Ну что, бамбук, золото и стекло. Что еще можно пожелать? За интересными идеями от наших дизайнеров заходите на сайт www.school-remont.tv или задавайте им вопросы в социальных сетях. Вы же отвечаете? Всегда. А за свои слова? Постоянно. Отлично.